Коллеги, здравствуйте! Это видеообзор беспроводного сканера штрих-кодов Sanlux XL9610 с базовой станции. Беспроводной сканер 1D и 2D штрих-кодов отлично считывает цветные и окрашенные коды. Также XL9610 может считывать поврежденные и нечеткие коды. Мощный аккумулятор позволяет сканеру работать до 16 часов и дает возможность отсканировать до 60 тысяч товаров на одной зарядке. Кнопка сканирования рассчитана на 2 миллиона нажатий. Объем памяти данной модели позволяет хранить до 100 тысяч штрих-кодов. По умолчанию сканер работает на расстоянии до 150 метров с базовой станции. Можно перевести в режим Bluetooth, чтобы подключить Sanlux XL9610 напрямую к кассе, смарт-терминалу, ноутбуку, смартфону, планшету. Но тогда дальность беспроводного соединения уменьшится до 10 метров. Сканер Sanlux XL9610 подойдет для кодов маркировки алкоголя, пива и пивных напитков, обуви, табака, одежды, лекарств, духов и так далее. Легкий вес 185 грамм и эргономичная рукоятка обеспечивают удобство работы с устройством. А благодаря вертикальной установке на базовую станцию Sanlux XL9610 можно использовать в режиме свободных рук. Для заказа сканера Sanlux XL9610 оставьте заявку на нашем сайте, и мы подберем ближайшего к вам партнера из нашей сети и осуществим отгрузку. Ссылка в описании. Желаем успехов!